Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о DeFi проекте, о таком как ApeSwap. Напомню, это DeFi проект. Здесь, да, действительно есть большие проценты ежегодные, но и также есть большие риски, так что делайте все на свой страх и риск. Итак, начнем. Платформа ApeSwap построена на сети Binance Smart Chain. Для того, чтобы подключиться к сети Binance Smart Chain, открываем свой кошелек MetaMask. Заходим в настройки сети. Добавить сеть. Я уже добавил. Просто можете посмотреть, поставить на паузу и переписать все так же, как и у меня. Нажимаете сохранить, и все, готово. Итак, что же есть на данной платформе? Есть и статистика, сам свап, фарм, пулс, лотерея, NFT токены и новая такая тема, как ИАО. Каждый раздел поговорим более подробно. Итак, в разделе «Ваша статистика» показано все, что вы зарабатываете, сколько у вас вложено токенов пул, сколько процентов еженедельно, ежедневно, ежемесячно, ежегодно. Довольно удобная такая таблица работать. Swap, то есть обмен или ликвидность, позволяет нам менять свои токены прямо внутри непосредственно платформы. Для того, чтобы это сделать, переходим в раздел «Обмен», подключаем свой кошелек MetaMask, выбираем, какой токен мы хотим обменять. Например, давайте «Банана» — это токен данной платформы. И на что? Давайте «BUSD». Пишем количество. Как мы видим, на данный момент один токен банана стоит 81 цент. И проскальзывание на 0,1%. Это довольно хорошо. Нажимаем Unlock Wallet. Нажимаем далее. Далее. Сначала делаем approve контракта и обмен. После того, как обменяли, мы можем добавить какую-то определенную пару в ликвидность. Чтобы это сделать, переходим в раздел «Ликвидность», нажимаем «ADD ликвидность», выбираем, какую пару мы хотим обменять, и меняем. Например, BNB на бананы тоже. Пишем, например, 10 BNB. Нам автоматически рассчитывают, сколько для 10 BNB необходимо иметь токенов банана. Если у нас это все присутствует, и BNB, и банана, нажимаем «Добавить ликвидность», «ADD ликвидность», и взамен мы получаем LP токены банана. Что же делать с этими LP токенами? А, еще забыл. Если у вас токены, ваши средства находятся в сети R20, например, то здесь сразу предусмотрен мост, по которому можете перейти на официальный мост Binance и обменять ваши средства на непосредственно уже на сеть Binance Smart Chain с R20. Итак, далее нам токены LP банана. Затем мы можем перейти в раздел Farms. Как мы можем наблюдать, уже достаточно много добавлено для фарминга. Пар для фарминга. Среди списка ищем нашу пару, которую мы добавляли в ликвидность, а непосредственно банана и BNB LP. Нажимаем Approve Contract. Делаем Approve. Пишем количество, нас попросит ввести количество. Нажимаем Max. Нажимаем Добавить. После этого, как мы видим, APR составляет 326% годовых. То есть мы будем получать посредственно токены банана. К
когда захотим вывести, можем вывести в любой момент и получить токены банана и вернуть наши средства BNP и банан. Но учтите, как вы видите, пулов много, где-то примерно 21 я насчитал. Везде проценты довольно-таки высокие, но и учтите, что могут быть высокие риски потери. Так что ознакомьтесь, узнайте, подучите, после этого делайте свои выводы. На этом обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание, всем пока!